И снова привет всем подписчикам моего канала. Сегодня мы сделаем мини-обзор новиночки Beer Mix Special Beer Energy. 6% алкоголя. Невиданная цифра алкоголизма. Или алкоголя, бля, я не знаю. Короче, Beer Mix, это ихняя тема. Они очень слабые на алкоголь. От 2 до 2,5%. Этот 6.0. Такого еще не было. И я не знаю, почему они решились на это. Почему они решили это сделать, без понятия. Но это беспрецедентный случай. Короче, вот так оно выглядит. Написано еще и Energy, еще и алкоголь, еще и 6.0. Короче, открываем, наливаем и пробуем. И будем думать, что с этим делать дальше. Наливаем мой любимый стаканчик. А я даже не знаю, с каким вкусом. Пока пена уходит, можем посмотреть состав. В составе ячмень, это окей, нормально. Кофеин 29 миллиграмм, почти энергетик. Ароматизатор энергия, хер его знает, что это значит. И все. Ароматизатор энергия. Какой-то вкус. Что подразумевается под этим? Вообще непонятно. Хоть бы дали хоть какой-то намек. 6 градусов это дохера. Плюс это еще и энергетик. Аккуратней. Алкоэнергетики очень вредны и опасны для вашей жизни. Ну что, выглядит как светлое пиво. На вкус как фиалки, я бы так сказал. Ну понятно, это пиво. На вкус как пиво с фиалками. Как фиалковое пиво. Блин, а кто-то делал когда-нибудь фиалковое пиво? Я думаю, да. Я бы такое попробовал. И чувствуется немного все-таки вот именно энергетической составляющей. Как в алкоэнергетиках. Но не настолько он противный, как алкоэнергетика. Как Ревас, Бронкс и всякие. Все-таки он повкуснее. 6 градусов это тоже, как это сказать, средняя более-менее цифра. Хотя могли бы сделать и поменьше. Зачем так много делать было? Ну как сказать? Как сказать? Это довольно-таки неплохо. Это довольно-таки очень интересная новиночка. Очень сильно удивило показатель алкоголя. 6 градусов. Это, блин, 2 раза больше, чем обычно. Даже чуть больше. Непонятный вкус. Вкус вообще непонятный. Такое ощущение, как будто какие-то цветочки, фиалки или что-то того собранные. Что за вкус энергии, не знаю. Без понятия. Кто шарит, пишите в комментах. И плюс еще кофеин, составляющая энергетическая. Это тоже необычно. Не понимаю, почему они в эту область сунулись. Потому что Beer Mix, это в принципе Beer Mix. Все знают, что такое Beer Mix. Beer Mix это слабенькое пиво со вкусом фруктов, девчачье. 6 градусов. Особо еще и энергетик. Ну, я не знаю. Готовы ли они в этой области соревноваться с этими гигантами алкоэнергетиков? Ну, и что я могу сказать? Довольно-таки неплохо. Получше, чем у них. А вот заметят ли покупатели, заметят ли обычные люди и оценят ли они это? Я уже не знаю. Я, в принципе, оценил. Мне интересно, мне понравилось. Но лучше бы они то, что они сделали типа энергетик, это я считаю зря. Просто если вы делаете алкоголь, делайте алкоголь. Зачем туда пихать кофеин? Если честно, ну, алкоэнергетики, то такая себе параша. Не стоит и выеденного яйца. Смысла в них вообще нема.
Есть, само собой, рынок, есть покупатели, есть желающие, но это полная херня. Не покупайте алкоэнергетики. Я бы на их месте просто бы, да, алкоголь, ладно, повысили, окей. Делайте новые вкусы. Блин, что, не с чем, блин, сделать? Почему никто со вкусом абрикоса ни хера еще не сделал? А это довольно-таки интересный вкус, абрикос очень вкусный. Кофеин хватит пихать во все энергетик. У нас сейчас не такое время, что мы ничего не успеваем. Конечно, мы ничего не успеваем, но довольно-таки нормально еще ничего не успеваем. Вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, жмякайте колокольчик. Вот такой вот был обзор. Beermix Energy 6.0 с кофеином. Итог неоднозначный. Довольно-таки прикольная новинка. Удивил алкоголь, еще сильнее удивил кофеин. Но удивил в другую сторону, в более негативную. Мне не нравится то, что мне сделали энергетик. Вкус прикольный, как цветочки. Я не знаю, я не жрал фиалки, но мне кажется, фиалковый вкус. Вот такие вот дела. Всем пока. Я, как всегда, на страже ваших и своих новинок.